братан! Чё, блядь? Блядь, братан, пути. Друзья, здравствуйте. Добро пожаловать на канал «Гроза Востока». Этот выпуск можете рассматривать просто как какой-то подкаст. Мне надо кое о чем поговорить. Не то, что поговорить, а, так сказать, поставить в известность. В первую очередь я хочу сказать огромное спасибо людям, поддержавшим финансово. No Profile, Дроид Рубака, Таня, Мишт, Павел, Василий. От души вам огромное спасибо, ребята. Без вашей поддержки мне реально туго бы пришлось. Все в порядке, жаловаться не буду. У меня все нормально. Но дело в том, что у меня сейчас не получается пилить какие-то выпуски из-за того, что у меня переезд. Я переезжаю не в соседний дом, не в соседний город и даже не в соседнюю страну. Я уезжаю в дальнее зарубежье. Чтобы не говорить гоп, пока не перепрыгну, я пока не буду ничего рассказывать. Как только все срастется, как только я перееду, я обязательно сделаю либо отдельный выпуск, либо, может быть, стримчик какой-нибудь запилим, если такой вариант будет. Вот такие, короче, планы на жизнь, господа и дамы. Поэтому меня не теряйте, я в порядке, у меня все окей. Если что-то там вдруг чего не пойдет или не будет возможности дальше там выпускать, публиковаться, я обязательно буду держать вас в курсе в Телеграме, да и здесь, в принципе, на канале. Во вкладке «Сообщество» какие-то новости, если появятся, там все будет. После того, как я загружу это видео, я, скорее всего, уже разберу компьютер и буду готовить его к транспортировке. Вот такие пироги, так что не знаю когда, но до следующих видосов и трансляций мы обязательно увидимся, услышимся с вами в следующих видео. А пока, как вы поняли, у меня нет возможности полноценные какие-то выпуски пилить и проводить какие-то трансляции. Поэтому я прошу пока не отправлять ничего, никакие донаты, потому что у меня, ну, сами понимаете, нет возможности просто выйти и поблагодарить людей, которые больше 2 недель назад отправил самый ранний донат, который был от No Profile. И я вот только спустя вот столько времени, там уже человеку, наверное, пофиг, что тут происходит. От всей души, ребята, вас благодарю за вашу поддержку, за пальцы вверх, за комментарии, за то, что остаетесь не безучастными, то, что интересуетесь, где, когда, чего. Это здорово, это мотивирует. А пока занимаемся бумажными делами, забираем документы детей из школы и все эти наши документы обновляем. Короче, делов вагон и маленькая тележка. Чемоданы уже дома, я готов их собирать. Блин, если честно, я уже соскучился по пути со дна. Мне уже самому хочется повозиться там. Ну да ладно. Главное, не расходитесь, не теряйтесь. Со мной все окей. По возможности выйду на связь. До свидания.